Я с большим удовольствием присоединяюсь к той акции, которая проходит, потому что замечательная идея, замечательная акция. К сожалению, не всегда и все могут получить те новогодние подарки, о которых мечтают. Очень много в этом направлении делается и в Российской Федерации, и в Вологодской области. Запустили мы замечательный проект «Поезд Деда Мороза», который объезжает все города. Но, к сожалению, даже поезд не ко всему сможет доехать. Поэтому постараемся поучаствовать максимально в том, чтобы большее количество детей имели возможность получить новогодние подарки в этом году. 26 номер. Под номером 26 у нас желание 8-летнего Руслана из Череповецкого района. Он ученик начальной школы коррекционного класса для детей с ограниченными возможностями. Мальчик вместе с папой увлекаются техникой, и поэтому в письме к Деду Морозу мальчик написал, что очень хочет конструктор Лего. Замечательно. Конструктор Лего мальчику Руслану мы подарим. И очень здорово, что это Череповецкий район. Как раз мой подшефный район, поэтому с удовольствием посещу тот район, за который отвечаю, и вручу подарки Руслану.